Непогода нарушила работу воздушной гавани Астаны. Сильный ветер и снегопад вызвал задержку 7 авиарейсов, 3 из которых на вылет и 4 на прибытие, 2 рейса международного направления. По информации, на данный час температура в районе аэропорта составляет минус 20 градусов. Наблюдается сильный снегопад, порывы ветра составляют 23 метра в секунду. Ранее Казгидромет объявил штормовое предупреждение в большинстве областей Казахстана. Похолодание вызвано антициклоном, который пришел из Западной Сибири. Сильные метели и порывистый ветер уже ударили по Кустанайской, Акмолинской и Павлодарской областям. В Алматинской области из-за снегопада и гололеда закрыты отдельные участки автодорог. В воскресенье и в понедельник вслед этому циклону ожидается холодное вторжение. На западе и юге республики до 20-25, местами 30 градусов мороза. Также на востоке до 23-28, местами 31 градуса мороза.